так пересохли. А еще только что увидела лошадку и сфоткалась с ней. Мы дали за это 20 гривен. Попоткались. Мне кажется, Кент просто, он такой стоит, Таня подходит и говорит, можно сфотографировать с лошадкой? Он такой, ну да, 20 гривен. Мне кажется, он просто от фонаря это сказал. Ну понятно, что у него же нет прайса, наверное, на фотке. А мне кажется, у него должен быть прайс. Я ее погладила, и она такая хорошая, мне так ее стало жалко, эту лошадочку. Она дрессированная такая. Да, я ее начинаю гладить, а она такая взяла и голову так вот склонила. Когда видео на YouTube, я каждый день задаю этот вопрос Тане, когда видео на YouTube? Я сейчас еду к бабушке на несколько дней завтра буквально, и там у меня будет много свободного времени, и я смонтирую наш влог с Тенерифе. Тань, мы скучаем за твоими видеоми. Тань, я с ними скучаю за твоими видеоми. Скоро все будет, ребят. А потом я начну снимать такие видео домашние. Ну, типа, я буду рассказывать мои фавориты, любимчики, классную косметику, потому что у меня столько всего, столько новинок классных, которые я могу реально порекомендовать. Вообще, начиная от духов, заканчивая разной косметикой, такой вот прям крутой. Причем и люкс, и не люкс. Сохраните эфир. Мне неловко сохранять эфир, но, может быть, сохранить. Когда свадьба? У нас свадьба, не знаю, скоро. Мы сегодня встречались с организаторами. Это еще не факт. Ну, как бы, скорее всего, мы остановимся на этой фирме, потому что ребята нам очень понравились, нравится их подход к организации. Вот. Ну, пока планируем через год, конец лета. Хочется, чтобы было... А чтобы было не так холодно, вообще я бы осенью сыграла с радостью. Но есть вероятность, что будет дождь, тоже так опасненько, да? Но дождь, конечно, может быть любое время. Ну это да, это от этого не застрахуешься. Вот, ну не знаю, ребят, в общем... Кимо, ты зачем сюда? Вот согласен с тобой, Настя. Поддерживаю тебя. Таня то же самое говорю. А Таня говорит, нет, свадьба. Не свадьба. Дождь к деньгам. Я тоже точно. Круто, что проводишь деньги. Я недавно двух подряд выигрывала еще Victoria's Secret. Я до этого никогда не выигрывала. Не, ну как бы шансы как бы есть. Если постоянно участвовать, по-любому рано или поздно выиграешь. Да, в этом и суть. На самом деле... Ну, таким гивом, как вот провожу я, или блогеры плюс-минус моего уровня, им реально можно доверять, потому что они честные. Все остальные гивы, которые супермасштабные такие, я сомневаюсь в их честности, если честно. Я не знаю, я бы не участвовала в гиве кого-то там. Кого-то там. Какой-то там звезды очень. Мне кажется, они ничего не разыгрывают. Потому что в основном организацией подобных гивов занимаются менеджеры. А звезде просто платят за пост. Все, она на самом деле и понятия не имеет, что вообще происходит. Она сделала там пост и все. А тут мы все делаем сами, все подарки покупаем сами, сами же их отправляем на почту. То есть, ну, степень доверия. Блин, ну это вообще, вот сидим и тут никого Ваня не трогаем. Ваня не любит детей, еще один факт на Ване. Да не, я люблю детей, но просто со всего парка к нам надо было подойти тут начать на движнях. Можно покажу зрителям? Покажи. Мы очень приятные люди, нам говорят. Может пройдемся вообще отсюда? Что мне не нравится? Не люблю много людей, когда на головах. Уходим отсюда. Покажи. Показываю Тане. У нее новые кроссовки. Они ей очень нравятся, если что. Да, очень нравится. И она постоянно, вот кроссовки, у меня классные. Ходит целый день довольная. У нее классные кроссовки. А я еще хочу себе собаку. Да, она хочет много чего, но она не будет за ней ухаживать. Собачка умрет на второй день. Собачка просто умрет. Кроссы. Кроссы называется фирма, называется Аш. Классные танцы, Таня. Мы все видим. Я вообще говорю, Ваня, пошли танцевать. Все люди танцуют.
в парке, у них тренинг там или что там, не знаю, урок танцев. А Ваня у меня не раскрепощен до конца. Да? Во-первых, я не могу понять. Я не умею танцевать. Я стану посреди парка, начну дрыгаться там, чтобы с меня все смеялись. Ты кто они? Выходим, пошли гулять дальше в парке. Ребяточки, а мне кажется, я с ребятами хочу, может, погулять. Ну ладно, давай гулять. Мы сразу идем и гуляем с ребятами. Я не вижу вопросов. А я не слышу ответа. Подписывайтесь на инстаграм Вани. Комментируйте ему фотки обязательно. Ой, так приятно, когда ему комментируют фотки, лайкают. Он вообще, он мне постоянно говорит о каждом комментарии, о каждом лайке, поэтому... Да, ну это уже бред, ну что это за каждом комментарии, каждом лайке. Ну, в общем, ему реально очень неправда. Приятно, он очень любит вот эту вот всю тему. Поэтому делайте ему приятно, напишите ему один комментарий сегодня под фоткой какой-то. И подпишитесь на гиф. Еще плюс. Ой, Витаня. На кого ты похожа? Сколько вам роков? 24. А мне сколько? Тебе 24. Да. Ну мне 25, я недалеко убежал. Сколько лет вместе? 20. 20 лет вместе почти. О-о-о. У меня очень маленький, большой бой. Небольшой. Очень большой, маленький. Все, за выходи так. Чего? Ну, удобно там читать и ходить.